Напротив магазина «Маяк» в четверг днем водитель «Тойоты Хайс» сбил 21-летнего гастарбайтера, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Автомобилист ехал в сторону улицы Брестской, собираясь на нее же и свернуть, для чего заблаговременно сбавил скорость. Это и спасло неосмотрительного пешехода, который неожиданно выбежал на дорогу прямо перед «Тойотой». Успел притормозить. Ну просто вот, даже не глядя на машину, не глядя на ту сторону, резко вот начал перебегать через дорогу. Там. Перебегает справа, слева? С правой стороны через дорогу. То есть прямо перед машиной начал выбежал на дорогу. За рулем Вячеслав уже больше 20 лет, но в этой ситуации даже солидный водительский стаж не помог уклониться от торопливого пешехода. Причину, по которой так спешил молодой человек, объяснили его коллеги. Все они трудятся на строительном объекте, расположенном через дорогу. Там приезжие из Средней Азии прокладывают электрокабель. А за обедом ходят в тот самый магазин, напротив которого и произошла авария. У нас обед был. Пошел в магазин, чтобы покупать упущен. Через 5 минут уже звонили, что так случилось, побежали сюда. С места аварии голодного пострадавшего увезли в больницу. Предварительный диагноз – перелом стопы и ушибы. С места происшествия Евгения Куликова и Павел Рогатин.